Перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. И все оставшиеся индивиды. Но мне не очень приятно смотреть на эту хуйню. А вот это заебись. Вот это я бы посмотрел. Реакции Паша Техника. Это, бля, за этим будущее интернета, нахуй. Отвечаю. Охуенно. Блин, ну ты посмотри. Три фита вот мечты твоей. Пошлая Молли. Пошлая Молли. Пошлая Молли. Бля, как я его люблю, господи боже мой. Абсолютно трезвый иногда и кающий. Здравствуйте, ваше величество. Салам алейкум, великий царь. Фу, блядь, пошел ты нахуй, я великий царь. Бля, обожаю. Много ли рэперов на Руси нынче? У меня синдром Дауна. И считай, нас таких два, а на Руси 42 даун-рэпера плюс так. Нас много. Бля, господи, я обожаю его. Я люблю рэп. Ну, что можешь сказать про эти цацки, да? Посмотри на меня, брат, и поймешь, чьи запястье твое ебано. Бля, я вообще хочу, чтобы... Хотел паузу назвать. Хочу, чтобы на Ютубе не было никаких видео, кроме как реакции Паши Техника. Но это прям... Это охуенно, это прям, блядь, я в рот ебал. Это так охуенно. Реакции не люблю, но Паша Техник — это отдельный жанр. Это не реакция, это... Ну, это отдельный жанр. Это Паша Техник. Да? Это отдельный жанр. Посмотри я обожаю меня, его. Брат, и поймешь, чьи запястье твое ебано. На груди, да, на запястье, тут и там, мои цацки, это цепь, штука бакса. Не, нормально. На самом деле, честно скажу, пиздат клип. Снят хорошо. Денег вбухано лям, точно. Тёлки, ламборгини в лизинг. И кайт, сука. Все это понятно. Не, молодец. Мне, кстати, нравится, как он читает. Он строит рифму по-нигерски как-то, вот, мне кажется. По-нигерски как-то, вот, мне кажется. Mm. Да, я понимаю его. Блядь, впервые Паша Техник понял. Короче говоря, нормуль. Нормуль. У меня и тёлки. Ну, типа, Яникс реально он... А у него тёлки и ламп... У него текст пиздец тупой, честно говорить, но он сделан так, что он зарифмован охуенно. Быть, блядь, он именно мелодичный. Разным, да, есть дрил, трил, пидрил рэп. Все это есть, да, я знаю. Пидрил рэп — это я. Но сейчас мы смотрим что-то необычное. Капюшоне, как я не Маккорми, убиваюсь, но пока не покойник. А вот это мне вообще не понравилось, пиздец. Вообще не понравилось. Вообще трек, ну вот мне трек вообще не зашел. В прошлой передаче я сказал, пошел нахуй ему. В этот раз я хочу сказать. Пошел нахуй. Неплохой пацан. Ай, блядь. Скоропостижное мнение. Так же, как у многих обо мне. Не, у Облы есть охуенные вот треки. Тачки, но вот этот мне вообще не зашел. Ты мне специально будешь их врубать? Почему, если русские рэперы сейчас зашибают дохуя денег, почему они не могут в клипах показывать тачки там и так далее? Вон Федуку вообще Ауди подарили. Уже? Федуку Ауди подарили? Я тоже хочу Ауди. Я тоже Ауди хочу. Дорогие, короче, представители Ауди, видел, подарите а мне Ауди, пожалуйста.
цацки. Ну вот, я вот же он, вот же он, прекрасный он молодой человек. Нахуй вашего Соболева, блядь. Хуетень. Ну, бля, поверь мне, если бы я делал в таком стиле и хотел бы так делать, клипы были бы другими совсем. Зенекс, сироп, бля. Шлюхи, бабки, шлюхи. Как они охуенно делают? Много шлюх, которые крутят косяки, кокос. Бля, вот мне авторы этого канала в первый раз, они, короче, мне предлагали прийти тоже, посидеть туда, пореагировать. Но я сказал, нет, ни в коем случае, вы должны делать только Паша Техника. Все время ставят? Да, сучка, да. Какой он рэпер, ёпты? Я ему фристайлом, ёпты, в трусы носую. Молниеносные квазары, дым моей сигары в окно вылетит, ебать. Но я лох в рэпе. В батл рэпе или в каком? Во всем. Ну ты ж король рэпа сидишь, вот. Царица. Ой, бля, люблю. Не-не-не, нехуй обсуждать говно. Паша, блядь, мы должны что-нибудь сделать вместе. Ну ты объясни, как она набирает десятки миллионов просмотров. Долбоебов на русской земле не сыщешь. Здесь так легко подорвать авторитет. И это Мияги и Эндшпиль. Это Скруджи. А, у меня есть одно правило, никогда не пиздеть ничего плохого против Блэк Стара. Появилось это ровно в 1999 году. Кто звонит? Алло, передайте трубку Кольшу. Давай, да, давай поговорим. Блять, а я заблокирую. Пусть звонят, давай в стриме поговорим. Кто звонит этому, блять, бобру нахуй? Кто? Давайте. На, я даже сам перезвоню. Давай, 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 давай. Мне интересно, что они скажут. Давай, давай, давай. Кто-то постоянно звонит. Алло, кто это? Привет. Здорово. Это Артём из Челябинска. Можешь передать привет? Бля, братан, ну ты чё? Ну, пожалуйста. Ну, вот скажи мне, зачем тебе вот это нужно? Ну, просто хочется очень. Ну, откуда у тебя номер Егора? Ну, скидывали деньги ему на карту в Челябинске. понял, охуеть, вот это умная хуйня. Ладно, за то, что ты такой гений, давай, кому привет? Артёму. Артёму, привет. Всё? И Феде. И Феде? Да. Феде тоже. Всё? Всё. Давай. Давай, пока. Пока. Вы что, ебанутый? Давай, погнали. Паша, заряжай. Блин, вот Паша... Ой, фу. Смотри, оно... Да, Паша Техник, он ничего же против Блэкстара не хочет пиздеть? А я вот скажу, Скруджи хуйня. Пиздец, хуйня. Вообще хуйня полная. Ты почисти... Стал... Не знаю, конечно, как он сам. А ты мне говно ставишь до сих пор. Но вот то, что, сказал, что пытаются сделать... Из него в Блэкстаре это полная хуйня. Ну вот кто слушает такую хуйню? Ну это пиздец. Я не врубился в его жесть. Там влюбляешься. А, я не пидор, чтобы влюбляться. Но если еще два клипа вот такой хуйни, то я ухожу ну, нахуй с проекта. И ты влюбляешься в мою жесть. Влюбляешься в мою жесть. Куда ты сейчас полез? Я удаляю все с компьютера. Тебе нравится, что сейчас делает Блэк Стар? Да. Особенно Джа Халиб. Он не на Блэк Стар. Особенно Джиган. Бля. Да? Господи, мы обязаны сделать что-то вместе. Пойдешь? Паша, сука. Если ты это каким-нибудь хуем смотришь, накидайте ему там вырезки, я хуй знает. Паша, нахуй. Мы обязаны что-то сделать. Но у тебя будет очень много денег. Мы, бля, разъебем все, нахуй. Разъебем а я ебажу втихаря. Видишь эти глаза, они горят. Мы все разъебем. Реально выйдет на серьезный уровень, но этому нужно время. А время понятие растяжимое. Для человека, скурившего сальви, экстракт 25, это
одно, для тебя это другое, для него третье, для него четвертое. Это все молекулы, опять-таки. Мы все состоим. Линии. Число Фибоначчи. Блядь. Господи. О, ну-ка давай. Трилпила знаешь? Самый нелюбимый рэпер Слима. И мой. Да я ладно. Его признал злодеем года. Я понимаю слова, когда говоришь во мне. В моем животе есть аптека. Живот болит у человека. Я бы в милиции так говорил. У меня есть много денег, я трачу их на аптеку. Ты знаешь, а я ему респектую. И мне поебать. Молодец он. Я хочу с ним фит. Паш, людям интересно, да, интересно, сука. О чем ты мечтаешь? У тебя есть рэп-мечта? Да. Какая твоя рэп-мечта? $3 миллиарда. И на что ты их потратишь? А тебя ебать не дал. Одинокий странник потерял свою дорогу. Опа, опа, кто пришел, ебать? Тут стрим идет. Да заходи. Че у тебя сегодня есть? Че вы так долго? Давай, здорово. Заходи. Бля, ну Пашу техника обожаю, нахуй. Че привезли? Давай, насыпай. Стой, подожди, ты угораешь сейчас или нет? Подай, мне стрим вырубать или нет? Это шутка, просто шутка. Вырубать стрим или нет? Да ладно, да, если что, это просто шутка, пиздец, вы что, ебанутые? А? Да. На 4. Это, кстати, было слышно. Да? Нет. Да. Но вообще мы против наркотиков. Что? Я за. Ты за? Да, конечно. Пиздец. Ужас какой, господи. О, у нас, кстати, есть шокер. Смотрите, сейчас будем бобра шокером ебашить. У нас как стрим у мопса почти. Бля, ёбни мне в руку. Стойте, подожди, надо, чтобы видно было нормально. Стой, подожди, пока не видно. Сейчас, не торопись. Долго? А, нет, недолго. Блядь, чуть бокал не уронил. В общем, видимо, мне тут из-за кадра намекают, что пора заканчивать стрим. Мне было очень приятно с вами сегодня. Дорогие ублюдки. Не пора, да? Заканчивай. Не, кидайте денег больше. Да нет, нет, серьезно, нет, все, я уже устал. Не, все, хорош. Да чувак, нет, ну, блядь, иди ты нахуй, пошел в пизду. А? Че про турнир сказал? Я устал, пиздец, я устал, пиздец. Устал, пиздец, устал, пизда, устал, пизда. Бля, и болит рука теперь. В общем, чуваки, всего хорошего, нахуй. Не болейте там, не кашляйте, ебать. Не нюхайте, нахуй, не курите, блядь. Все хорошо. До скорых встреч. Клип на днях, ебать. Клип на днях, слышь, нахуй. Понял? Завтра с утра мы снимаем новое видео. Поставьте будильники, мы забудем же, нахуй. Забудем, мы забыли. Не забыли? Обещай сюда. Не забуду никогда.
Всего хорошего. Если новое видео не снимем завтра, значит, вы зря деньги кидали. Да нет, все нормально. Пизда. Спасибо каждому, кто вложил сегодня копеечку. Ваши деньги не уйдут зря, да? Не смотрите на них, я не знаю, кто это. Ваши деньги не пойдут на чепуху. Чепуху, да. Спасибо всем, кто смотрел. Только отбойный сон. Люблю. До скорых встреч. Не теряйте. Если потеряете, лучше в Инстаграм подпишитесь. Я там хотя бы иногда что-нибудь Т-затеев, делаю. Т-затеев, Т-затеев, Т-затеев. Вот это, мои друзья, у них гей-семья. Реклама, ёпта. Халявная. А, нихуя, это же вторая камера, да? Нихуя себе. Бля, у меня... Да, я бутылку ухуярил, прикинь. Сейчас еще ухуяришься. Подожди, так нам завтра снимать. Он же еще стоит, блядь. Отдохнем и снимать в два же. Спать будем? Нет. Как обычно. Посмотрите на это ебло. Это очень хороший микрофон, он все слышит. Иди проверь. Тебе надо срочно проверить. Всем пока. А нет, не остановил.